красиво, прекрасно, тихо сложена. Лично знакома с хореем и амфибрахием. Крохотная любительница поэзии Варвара Андреева. Жизнь-то твоя как складывается вообще? Все по-новому. По-новому? Да. Давно ли ты читаешь стихи? Расскажи Давно. Мне. Давно? Да. А тебе сколько лет-то? 3 года и 5 месяцев. Скажи, а ты сама стихи учила? Мама помогала немножко. Ну, совсем немножко, да? Книжку держала, да? Да. А мама сегодня с тобой здесь? Да. Как маму зовут? Вероника. Мы рады вас видеть в нашей новогодней студии. Значит, это вы учите стихи с... Да, мы с ней учим стихи. Мы начали где-то 2 годика учить стихи. А с папой мы играли. Шашки. Шашки с папой? Да. А вы как с папой в шашки играете? На деньги? На деньги играете, да? Да. Да. Много ты у папы уже выиграла? 60. 60 рублей? Да. Геннадий, вы действительно играете в шашки с ребенком? Нет, это так ребенок шутит. Мы играем в шахматы. А, вы в шахматы? Да. А, понятно. Ну, это так, для общественности это называется в шахматы бесплатно, а дома это шашки за деньги, да, я понял. Так точно. Я мечтаю попробовать с косятками. С котятками? С косятками. С косатками? Да, с настоящими. С настоящими огромными косатками поплавать? Да. А где ты видал-то косяток-то? Я только в Монголии видела. Знаменитые монгольские косатки? Да. Ну ты, Варя, гонишь. Косатки монгольские. И акул видела. И акул видела? Да. А акул ты где видела? В Монголии. Я не очень понимаю, вы были в Монголии? Мы были когда-то очень давно, Варя там не была. Откуда она это берет, мы это не понимаем. Видимо, вы часто за шашками вспоминали Монголию. Она знает много стран и столиц. Может быть, это оттуда пошло. А какие ты еще страны знаешь, кроме Монголии? Еще знаю... столица России. Какая столица России? Москва. Правильно. А еще что ты знаешь? Столица Канады, Оттава. Молодец. Столица Тути, Андорра. Вот это да. Я в Тути была. А еще куда хочешь поехать? Еще хочу в Канаду поехать. Да, Канада. На Мальдивы. А ты разбираешься в странах-то? А на Новый год куда бы ты хотела отправиться? В Ампландию. К Деду Морозу, наверное, да? Да. Слышишь? Вдалеке какие-то колокольчики звенят. Да. Хрустит кто-то по снегу и ветерок дует, слышишь? Да. Ой, я слышу. Дед Мороз. Дед Мороз, думаешь, да? Да. Мне кажется, он где-то заблудился в сказочном лесу. Да. Пойдем его поищем? Да. Пошли. Давай сначала шубку наденем, чтобы не замерзнуть. Давай. Вот он. Шел я долгий ночь и день, ого. И со мною мой олень. Мы везем подарочки нашей девочке Варечке. Кто тут Варечка? Я. Варя, познакомься. Это Герда, северный олень. А к ней можно подходить-то? Ну, просто посмотри на нее. Нравится? Да. Это она везла тебе подарок. Это она? Она.
А хочешь сесть к нам? Давай, я тебя посажу, Варечка. О! О! Не боишься? Нет. Варечка, так как мы практически уже в Лапландии, и чтобы дедушка отдал тебе подарок, давай ты встанешь прямо в саночках и расскажешь красивое стихотворение. Какое? Дело было в январе. Давай. Дело было в январе. Стояла ёлка на горе, а возле этой ёлки платили серые волки. Но как-то лаз ночной полой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и затих. Кому охоту в Новый год попасть в лапы волку? Девчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они призялюшки повезли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка, дело было в январе. Подумай, что на горе украсена елка. Браво! Вот как вам Дедушка Мороз-то? Я в восторге от Вари. Варя, ты мне очень нравишься. Тебе, наверное, 7 лет. 3 года и 5 месяцев. Вау. Скажи, дедушка, заслужила ли Варюшка подарочек? Ну, ты сама как считаешь, Варя? Да. Скажи, Варечка, ты хорошо себя вела в этом году? Да. Точно? Точно. А если мы у родителей спросим? Или лучше не спрашивать у них? Нет. Лучше не спрашивать. Правильно, не будем спрашивать. Ты писала дедушке письмо? Да. Что ты хотела, чтобы дедушка тебе подарил? Я хотела... Драуболки. Что это? Посмотри. Что это там? Ты посмотри, Варя. Вот. Вот, посмотри. Спасибо, дедушка Мороз. Вот, поблагодари дедушку, поблагодари дедушку, вот. Я думаю, что Варя достойна нашей главной награды. Медали шоу «Лучше всех», медаль в студию. Ура! 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 Вот медаль нашего шоу, Варечка. Надевай вот рюкзак со сладостями. Вот так же тебе цветы. И так тяжело, мы тебе сейчас поможем. Варвара Андреева лучше всех! Да, Дед Мороз тебе поможет, он тебя отвезет сейчас. Поехали, Варя! Поехали! Поехали! Варя Андреева! Поехали! Поехали! Поехали!